Ваша задача – проверить подступы к станции. Сами ни во что не ввязывайтесь. Общий сбор здесь, на краю поселка. Вопросы есть? Выполняйте. Zur Abfahrt ist alles bereit. Fahren wir los. Aufsetzen! Schneller, 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 schneller! Не дрейф, воробушек. Тут до дома километров 10 осталось. Прорвемся. Thank you.
Anführer. Können Sie uns bitte bis zum nächsten Posten mitnehmen? Steigt ein. Dankeschön. Komm. Besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Ja, klasse, oder? Jetzt kommen wir ganz schnell zum nächsten Posten. Hör mal, ich muss nach Hause, ich muss. Ich hab Urlaub. Urlaub? Mensch, du glückliches Schwein, wie kommst du denn dazu schon wieder? Das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich wegkomme von meiner Frau. Soll ich mal sagen? Ich glaube, meine Frau ist schwanger. Ehrlich? Ja, ich hab da sowas gehört. Nachbarin, von der habe ich Nachricht gekriegt und ja, und die hat gesagt, der Blockwart und meine Frau, die haben wir was miteinander. Ja, ich denke die ganze Zeit an meine Frau. Ich sag mal, aber mit dem Blockwart die Sache, ja, ist schon eigenartig, aber so ist das Leben, oder wie? Was denkst du? Ich meine, das ist nicht Ende. Ja, ist auch eine lange Zeit verschreckend. Nein, Spaß, ich habe Angst, um meine eigene Frau. Ich habe Angst, dass die jetzt schon angestellt ist. Vielleicht hat sie ja schon Kinder. Ja, vielleicht 3 Jahre. 3, 4 Jahre. Braucht euch Kinder. Dresden. Ja. Ja, ist doch ein. Was Angst macht. Bei Nächten, Nachts und Tagen. Warte mal. Was denn los? Warte mal. Ich wollte dir gerade von so einer schönen Zeit erzählen damals. Was? Thank you.
танки. Танки не настоящие. Achtung, Achtung! Der Leutnant hat erwischt! Der Leutnant, hierher, Sanis! Hierher! Der Leutnant! Angriffs am Eisenbahnknotenpunkт wurde Sturmbahnführer во время бомбардировки железнодорожного узла был убит русским армейским ножом штурмбанфюрер Дилли. Необходимо ужесточить поиски диверсантов и обезвредить их в самые кратчайшие сроки. В связи с этим приказываю. Никого нет. Все посмотрел вокруг. Товарищ лейтенант, разрешите меня. Может, они заблудились? Отставить. Будем ждать здесь. Thank you.
товарищ лейтенант. Это не та станция. Что? Это станция для отвлечения внимания. А танки немцы разгружают ночью в карьере. Вот здесь написано. Может, все-таки сходить разведать? Да. Надо. Пойдем, Костя. Да неужто мы не сделаем? Давай. Ему самогону. И беречь его, как зеницу ока, ясно? Ну. Здесь непонятно, через сколько дней начнется контрнаступление. А ну-ка, переспроси его. А, wie viele Tage sind vor dem Vormarsch übrig geblieben?
Verstehen? Ich werde Ihnen nichts sagen. Он говорит, что он не будет отвечать. Кажется, вот. Широкомасштабное наступление. Фюрер придает первостепенное значение. Переброска двух танков в дивизии СС. Сосредоточение должно закончиться через два дня. А наши ничего не знают. Мы никак не сможем им это сообщить. Должны. Am Standort der deutschen Truppen, die sich geheim für einen überraschenden, vernichtenden Schlag gegen die Truppen der Russen konzentrieren, handelt eine erfahrene Diversionsgruppe, die расположение германских войск, тайно сосредотачивающихся для нанесения внезапного сокрушительного удара по войскам двух фронтов русских, действует опытная диверсионная группа, овладевшая важнейшими стратегическими сведениями. Приказываю командующим частями и соединениями СС, Вермахта и охранных войск в данном районе до 18.00 обеспечить личным составом своих соединений проведение операции «Капкан» и предпринять самые решительные меры для обнаружения и ликвидации разведывательно-диверсионной группы противника. Всего к операции привлекается 10 тысяч человек вышеуказанных соединений и войск охраны тыла, а также... Звезда, звезда, я земля. Как слышите меня? Прием. Звезда, звезда. Больно. Звезда, звезда, я земля. Как слышите меня? Прием. Звезда. Звезда, я земля. Пошла бы выспалась. Ответьте земле. Прием. Звезда. Да, я. Звезда. Звезда, я земля. Ответьте земле. Звезда. Надо брать. И спешится вся немецкая армия. Зачем армия? Можно тихо, по-культурному. А? Рация нам нужна во что бы то ни стало. Иначе все зря. Включателя нет. Звезда. Звезда. Я
Пока мамочкин жив, Гитлер трепещет. Давай быстрее уходим. Sein Dokument geschaut. Da ist nichts. Nur ein Soldat. Ja, los, weiter. Тяжело, Арчина.
Köpürlü aşçının kızıldığını da giydir be. Ölüm giyde saldırı be. O çanfı dengeli ahtayım, mahayesli ahtayım. Как ты, воробушек? Дыши, воробушек, дыши. 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 Что? Что? Левая ручка. Лейтенант, левая. Левая ручка. Земля, я звезда. Как слышите меня? Дыши. Прием. Земля, я звезда. Как слышите? Прием. Земля, я звезда, как слышите меня? Прием! Земля, я звезда, как слышите меня? Прием! Земля, я звезда. Ответьте звезде.
Звезда, как слышите? Прием! Ваня! Что? Снайпер. Слева за деревом. Я звезда, как слышите меня? Прием! Слышу вас, звезда. Слышу. Звезда, я Земля. Прием! Земля, передаю сообщение. В заданном районе сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг». Доставить 9-го мотополка «Весла». 10-го мотополка «Германия». 5-го танкового полка. 5-го дивизиона самоходной артиллерии. 5-го полевого артиллерийского полка. Идет скрытая переброска сил противника с других участков фронта. Земля, как поняли меня, прием! Танков и бронетехники. Задача противника – расчленить наши... Прибытие войск и техники происходит на полевом перроне в районе промышленного карьера. Операция назначена на 4 часа утра. Держись, держись. Сорванная.
Присоединяйся вправо. Катушки захвати, не забудь. Здравия желаю, товарищ. Звезда. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Прием. Звезда. Звезда. Завтра наступление. Рация будет отключена. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Прием. Звезда. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Прием. Звезда. Я земля. Ответьте земле. Звезда. Сообщение Травкина наделало шуму в дивизии. Данные разведки внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда в ставку Верховного главнокомандующего в Москве. Контрнаступление германских войск было сорвано. Началось освобождение Польши, за которую отдали жизни более полумиллиона солдат и офицеров Красной Армии. Я, капитан Андрей Барашкин, погиб за Вислой, под Сандомиром. Катя Симакова дожила до победы, вернулась в свой маленький город и работала в местной школе учительницей истории. Замуж она так и не вышла. Группы Травкина и Марченко долгое время считались без вести пропавшими, и на запросы родных и близких неизменно приходил ответ. О дальнейшей судьбе ничего не известно. Лишь в 1964 году все разведчики были награждены орденами Отечественной войны первой степени. Посмертно. Но каждую весну, каждый май души погибших с полей Польши, Чехии, Германии отовсюду устремляются в родные края, чтобы увидеть свою цветущую родину, за которую отдали свои жизни.